can't believe she's gone. She'd be alive today if we hadn't dragged her into this. Teresa died the way she lived, doing what she believed in. In any case, you could hardly have stopped her. No one could. She gave her life for mine. How can I live with that? The same way I will. By surviving. By not giving up. By fighting for what you believe in. It's not over yet. You could have ended it here. A Secretary of State when the administration falls, you would have the power. No. I have other plans for Gabriel Logan. Hearings have been scheduled and I need someone to blame. There is no conspiracy, no arms consortium, only a traitor. Acting alone or with his friends. I ask you again, Mr. Logan, as an operative in this unnamed agency, did you ever assassinate a world leader? No, never. Take the shot, Gabe. She held men are on their way up. И всем привет! С вами Нитирамос, и мы начинаем проходить Сайфер-фильтр 3. Так, сейчас я введу одну комбинацию клавиш, если не сломаю. Руки. Вроде сработало. Звуковой сигнал был, значит, надеюсь, сработало. I'll monitor your progress from the rendezvous point. Right. Токио, Япония. Отель Фукушима. Гиб и Лиан прибыли в Токио по следам Шихао, лидера китайской армии противостояние, восстание. У нас есть данные, что он пытается использовать Cypher-фильтр, чтобы помочь в своем продвижении и тем самым помогать GRA, какой-то японской террористической группе. Встреча между Джихао и GRA запланировано на сегодняшнюю ночь в районе Шинджуку. На другой стороне улицы Гиб должен использовать 413-ю комнату отеля Фукушима как снайперскую точку. Его цель — Шихао и его лейтенанты. Если они погибнут, восстание зачахнет. И Cypher-фильтр будет, в общем, не упадет в чужие руки. Отлично. Ага, конечно. Опять мне нужно... Ты чё орёшь? Настраивать управление. Ага. Показать на нашу комнату. Покажи нам нашу комнату.
дой тенки десне, хонто ни хидой. Безумный дождь, лес всю ночь. Так. Нам налево, поэтому идем направо. Логично. А, это просто подпись. Мне не надо с ним взаимодействовать, просто надпись. О, здесь у нас что? А, здесь лестница. Окей, я не на лестнице. Вспоминаем управление. Я решил сразу на высоком уровне сложности играть, потому что... Зачем два раза перепроходить, если можно сразу на высокой сложности? Да, будут проблемы. Ну, атака как будто не будет. Красавчик. Мы найдем свою экипировку. В ванне. I'm in position. Chihao should be in position across the street. I've got him. I planted a bug in the room. I'm patching you in. Wait, what are you going to do? Wait, they might want to hide him. What about them? What about them? What about them? What are you going to do? What are you going to do? What are you going to do? Aramov. We should have known she was involved somehow. I'll find our contact and follow her. Stay focused on the mission. Eliminate Chihao and his lieutenants. They're all in that building. I only see Chihao, but when the shooting starts, the rest will come running. Gabe, take care of the sniper on the roof first. He could cause trouble. Sniper down. Acknowledged. Так. Here we go. Хотя нет, я хочу попробовать немножко переиграть. Ну и зум здесь, конечно. Обалдеть, какого размера. Here we go. Ух ты ж. Так, отлично, этого чайника вроде спасли. Пока ничего сложного, никаких сложных впечатлений не возникает. Не то, что прям мгновенно они вылезают. Где вы? Ага. Ага, один наверху. Ошибся. Да вы сколько там идете? А, мне нужно аккуратнее прицеливаться, у меня патроны это не бесконечные. Теперь вы. One more. И теперь.
А еще один. Leon, objective completed. Exiting the building now. Gabe, She-Hal's men have control of the hotel. They were already inside. What? How could they? Ух ты! У меня всю броню сняли. Я не заметил. Хотя ладно, в принципе, у нас есть тейзер. Ты еще палишь? Это что за пушка у тебя такая? Falcon. Обалдеть. Главное, не кричат вообще. Ну вот, броник, конечно, найти его не помешало нам. На энергии нет. Найти другой путь. Это не вариант. Ты чё? А, он заныкался за этой хренью, мне в него не попасть так. Ага, ну что ж. Я сейчас тут целый арсенал соберу. Кстати, я хочу Falcon попробовать. Судя по звуку и по внешнему виду, должен быть хороший пистолет. А вот и жакетка. Вы посмотрите. Действительно неплохой пистолет. Ну, я знаю, куда мне, в принципе, идти. Ну, не 100% уверен, конечно, но логично, что мне, скорее всего, на лестницу надо. А, ты где? Ух, вот отлетает. Да он стреляет, как... Василий, как этот боевой дробовик. Только заметно скорострельнее. И перезаряжается. А, ну вообще дробовик в принципе не перезаряжается. У него вообще шикарная просто пушка. Просто иду и сношу все. Какие у нас цели вообще? А, спасти VIP заключенных и встретиться с Лиан снаружи. Скоро сами поняли, что не попал. Его пушка вообще шикарная. Даже не догадался, что что-то из класса пистолетов может так хорошо стрелять.
по ощущениям заметно круче 45-го того же. Даже вот такого расстояния 45-го могло понадобиться, например, две пули. Ох ты. You're a terrorist. I should kill you right here. これを持って行けよ。Get away from me. Ага. Это на что дал? По-моему, вот эту пушку он нам дал. Ни хрена себе пушка. Вот это не кисленько. Вот это я понимаю. Опс. Не, хочу все-таки с ней немного пострелять. Ну ладно, там уже стоит все-таки с чем попроще. Я надеюсь, нам еще дадут с нее пострелять. Ну, где вы? А, ты боишься? Ну ладно, сиди и бойся. Мне же к тебе не надо подходить. Может, мне к тебе не надо подходить? Я не собираюсь тебя убивать. Мне за это миссию провалят. Надо, оно мне больно. Ты куда побежала? Да, хороший состояние чекпоинта. Еще оружие кончается. Так, мне, видимо, предлагают тут этим сражаться. Потому что когда мы сопровождаем ее, явно не стоит с той мегапушки стрелять. Да. Вот почему стоило спасти таки вот этого чайника, которого Шигао, или как его там зовут, пытался, ну, прибил бы. Safe location. I'm heading to the lobby now. Roger. I'll be there. Смотрите, прошли с таким количеством здоровья и ни разу не сдохли. И это таки на сложно. Опс. А зачем мне ворота открывать было? Игра, угораешь? Я же надеюсь, это еще не конец миссии, а то... Че-то мне не дали пострелять вот с этой мегапушки. Серьезно. Guess what? Bad news. I just got a call from Lawrence. We've been called to testify before a Senate committee investigating the siphon filter scare. Great. Так.
На еще место есть. Так. Ой. Так, и вот сюда. Ну что ж, мы прошли миссию. В принципе, я доволен. Никаких сложностей не было, даже на сложном. Ну, это, конечно, только начало, понятное дело. Самая простая миссия в игре. Но все равно. А на этом я благодарю вас за внимание. Оставляйте свои комментарии. И до новых встреч в следующих видео.